Здравствуйте, друзья! Сегодня видео посвящено сервоприводам, тестера сервопривода и как этот тестер работает. Так, просто обзорное. Собрать эту схему очень просто. Значит, я в этом видео использовал две беспаечных макетных плата, одну на 800, другую на 400 отверстий. Вот. Значит, блок питания для макетной платы, который запитал тестер сервоприводов на 5 вольт. И три сервопривода марки CH90, да? Пластмассовые, 9-граммовые, чтобы не болталось у меня вот такие вот перемычечки, использовал, которыми удобно и набирать, и вот провода где-то пришпилить, и схемки собирать, чтобы не этими вот гибкими перемычки делать, а соответственно вот жесткими и подрезанными под каждую свою длину проводочками. Ну и давайте посмотрим, как это все работает. Включаем питание. Значит, сервотестер работает в трех режимах. Это вот ручной режим. Значит, он может одновременно управлять до трех сервоприводов. Ручной режим. Второй это, возвращение в нейтраль. И третий режим – это авто. Значит, сервоприводы управляются импульсами, и их позиционирование зависит от длины импульса. Вот. Ну и все, и этим они просты. Да, вот видно, идет два питания и один сигнальный. Вот подавая импульсы разной длительности, мы будем его позиционировать в разных положениях. Об этом подробнее. Ну и вот такую штучку я уже установил софт, поставил драйвера, и мы посмотрим. К сожалению, не совсем той фирмы, которой я предполагал, пришел. Но, тем не менее, встал, работает, и мы про это подробнее в следующем видео поговорим. Заодно посмотрим частоту, которую управляем. Надеюсь, все это увидим. Оставайтесь на канале, следите за обновлениями. Значит, в следующем видео, помимо вот этой штучки, еще соберем различные вот руки-ноги для сервоприводов. И в идеале потом, значит, дойдем до автомобиля, до роботкара. Все, на этом прощаюсь, до свидания. Под катом будут, значит, ссылочки, где что, если кому нужно будет. О. Вот так. О. Вот эти вот верхом отверстия. Так, чтобы голову не ломать. Пока китайцы схему не поменяли. Все, до новых видео.